Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. В этом видео хочу вам показать свой большой заказ одежды из Китая. Это у нас сегодня будет сайт Zaful. Я думаю, что многие о нем знали. Одежды у меня очень много, очень интересная. Такие интересные какие-то прикольные находки. У меня здесь будет пара свитеров, будут блузки, шорты, юбки, даже белье. Поэтому давайте приступим. У меня это первый опыт заказа на этом сайте. Я, кстати, осталась очень довольна. На самом деле вещи, как заявленные, приходят такие же, как и на фотографиях. То есть точно такой же материал. Кто подписан на мой инстаграм, я думаю, что вы видели распаковку этой посылки. И я уже говорила, что заказ свой я очень ждала именно из-за этого свитера, потому что я просто влюбилась, когда увидела его на картинке. Вот эти рукава, это просто нечто. Вы посмотрите, как это будет интересно смотреться. Здесь никакие ниточки не висели, не торчали. То есть обрезать вообще ничего не нужно было. Здесь вот идет очень такая крупная классная вязка. Свитер достаточно широкий и вроде как он укороченный, несмотря на то, что у меня высокий рост. Мне этот свитер не является коротким, он мне как-то вот идеально просто подошел. Мне нравится, что он идет оверсайз, и он там идет в единственном размере у продавца и в единственном цвете. И в принципе вот этот цвет меня очень устраивает, очень будет красиво под помаду такого же цвета, будет красиво под такие кисти, серьги тоже, будет красиво и под шорты с плотными колготами, и под юбки, и под джинсы, и много под что. Он очень интересный, необычный, поэтому советую. Кстати, цена была очень бюджетная на него. Состав здесь идет 100% акрил. Если акрил качественный, то он очень хорошо носится, а на ощупь качество очень хорошее у этих вещей. То есть вещь будет теплая, но при этом вы не будете потеть так вот, допустим, как я в шерстяных свитерах. Поэтому за эту цену он просто, не знаю, восхитительный, и это реально-реально находка. Следующая вещь, которую я вам хочу показать, эту вещь я заказывала для своей мамы. Мне сегодня приходила подруга в гости, и я ей показала вот эти вещи, и она говорит, вот я реально представляю твою маму в этой вещи, потому что это на самом деле ее. Единственное, что, наверное, на фоне меня немножечко сливается. Посмотрите, очень интересно эта блузочка сделана, она здесь вот с такими вот воланами. Воланы идут в два яруса, тоже очень хорошее качество. Это, если я не ошибаюсь, наверное, 100% полиэстер, сейчас я посмотрю. А, смотрите, нет, это 65 хлопок и 35 полиэстер, то есть здесь большой процент хлопка. Я просто почему-то не посмотрела состав этой кофточки. Кофточка просто обалденная. Очень плотный такой материал. Материал не просвечивается. Швы хорошо выполнены. Нигде никакие ниточки не торчали. Очень будет красиво и где-то на работу в офис надеть под какую-нибудь юбочку-карандаш. И будет даже красиво на выход. Я думаю, что вот к этой блузке можно присмотреться, если вы уже продумываете наряд свой на Новый год, либо на корпоратив. Будет красиво под юбку, под брюки с какой-то красивой, яркой, длинной бижутерией. Очень советую. Присмотритесь. Еще раз повторяю, что заказывала ее маме, поэтому обращаю внимание на то, что мне она будет немножечко большевата. Но хочу вам просто показать, каким образом она будет выглядеть, если ее сочетать, чтобы не было у меня сейчас опять снизу комментарии, что блузка на вас большевата. Мы брали ее в размере L, там у продавца есть от размера M до размера XL, и цвет только черный был. Следующую вещь я вам покажу свою, и она, кстати, тоже будет черная. Я немножечко так хочу разбавить видео низом. Низ — это вот такая вот юбочка. Вот посмотрите, как она выглядит. Я когда распаковывала, думала, что она будет на меня большевата. Но, знаете, потом перешла в магазин, посмотрела, как она выглядит на модели, одела на себя, и, по-моему, она очень хорошо сидит. Она выполнена тоже, по-моему, здесь из хлопка, потому что, ну, материал прям ощущается, что это хлопок по качеству. Сейчас я посмотрю. Тоже, смотрите, 65% хлопок, 35% полиэстер. Очень такой плотный, приятный материал. Он, получается, как бы самостоятельно держит форму. Я вот эти вот, которые сбоку ляночки, я их прятала в карманы, потому что, ну, у меня уже чересчур много всего болтается, но тут с двух сторон еще можно вот так вот подоставать. Эти лямочки вот, которые такие длиннее, они идут с ремня. Ну, то есть вы можете ремень не затягивать, ремень можете снять, но для меня юбка, если без ремня, она все-таки на мне немножечко болтается, несмотря на то, что это самый маленький размер, это размер S. У продавца заявлено три цвета, и есть размер от S-ки до L-ки, но учитывая, что S-ка такая достаточно большая, имейте в виду, что она подойдет и на параметры намного больше, чем мои. Естественно, как всегда, под видео все ссылки я оставляю, все свои параметры оставляю. И если в примерке будут какие-то участвовать вещи с AliExpress, тоже ссылку на все эти вещи я оставлю внизу. И на то платье, которое на мне, тоже ссылочка будет внизу. Обязательно заглядывайте в инфобокс, там всегда очень много полезной информации. Не пропускайте это. Из минусов этой юбки то, что она пришла, когда было очень много ниток, очень много торчащих ниток по швам.
мне приходилось прям много-много чего обрезать, и к этой ткани все-таки цепляется. То есть цвет черный, если вы оденете с каким-то свитером светлым, то я думаю, что вот вся вот эта вот юбка будет вот в этом светлых ворсинках. Я ее уже один раз надевала и на самом деле даже получила комплимент, потому что она очень необычная, вы будете в такой вещи выделяться. Следующее, что я вам покажу, давайте, это будет белье. Это вот такой вот комплект. Это вот вверх идет лиф. Заказывала комплект этот в размере S, и этот комплект на меня очень хорошо подошел. И обращаю внимание, что даже на параметры немножечко побольше он тоже подойдет. Отличное качество кружева. Там вообще в магазине большое количество очень красивых кружевных вот таких вот комплектов белья. Я просто не знала, что выбрать. Единственное, что не на все были размеры, не все как-то были в наличии, поэтому выбрала вот такой вот бордовый. Качество просто отменнейшее. Вот на самом деле кружево очень мягкое. Я знаю, что такое, если покупать у нас, оно будет раза в 3 дороже стоить, а носиться не факт, что будет лучше. Вещь такая очень пикантная, но выглядит очень-очень красиво. Вот посмотрите, я вам показала вверх. Идет как будто бы вот на завышенной талии, вот здесь вот. Даже не знаю, сложно вам как-то показать. И вот здесь вот на талии застегивается вот такая вот штучка. И они выглядят вот так. Вот, сейчас я вам покажу. Вот, смотрите, наконец-то я приноровилась. Вот так вот вам покажу. Здесь они идут как будто бы на высокой талии. Сзади вот так вот выглядят. Очень тоже хорошее качество. Единственное, что резинка вот эта, которая сверху мне на мою талию, немножечко большевата. Я потом чуть-чуть ушью, чтобы на мне совсем не болталось. Но выполнено очень хорошо. Все швы хорошо прошиты. Как и говорила, кружево мягкое и очень красивое. Советую тоже присмотреться к этому комплекту. Если его там не будет, вы на самом деле найдете что-то очень интересное, потому что качество очень хорошее. Вот на самом деле стоит это своих денег. Я думаю, что те, кто подписан на мой канал, вы уже видели эту кофточку. В ней я уже снимала видео, получила тоже большое количество комплиментов, потому что кофточка оказалась очень интересной. И вообще подписывайтесь на мой канал для того, чтобы не пропустить обзоры одежды. У меня ее сейчас будет достаточно много. Я как-то подсела в последнее время на заказы с AliExpress и из других китайских сайтов. Поэтому, чтобы не пропустить мои видео, обязательно подпишитесь и поставьте колокольчик. А мы продолжаем с вами. Вот на фотографии продавца, кстати, эта кофточка выглядит не настолько симпатично, как вот выглядит она в жизни. Она как-то на модели то ли большевато, то ли что. Это у меня идет размер S. Там у продавца идет размер от S до L. И только зеленого цвета, по-моему, она есть. Но она очень такая интересная. Я вот, когда ее, она мне пришла, я как-то померила и думаю, даже не знаю, может ее кому-нибудь отдать. А потом, когда я видел мой молодой человек, у него прям, он говорит, какая красивая кофта, какая красивая кофта. Хотя от него очень редко такое услышишь. Здесь очень красиво вроде и видно плечико, но при этом это не выглядит как-то чересчур. Она будет прикольно смотреться еще с вещами, которые я покажу чуть-чуть позже. Покажу вам, как это будет выглядеть, наверное, на примерке вот этих вещей, поэтому посмотрите до конца обязательно. У меня такое все, по-моему, очень интересное. Здесь тоже в составе хлопок, очень плотная ткань. Когда делала распаковку, я не могла просто понять, что это с Китая может такое качество прийти, потому что очень плотный. Здесь идет хлопок и полиэстер, 50% того, 50% того. Вот, она тоже будет интересно смотреться с шортами, с юбками, с джинсами, где-то и летом, где-то зимой куда-то надеть, там, не знаю, в кафе. Обязательно почитайте отзывы практически во всех вещах, что я показываю. Отзывы есть. Я думаю, что эту вещь я буду часто носить, она будет одной из моих любимых. Вот такие вот прикольные брючки есть полосатенькие. Это брючки, как сейчас вот модно, типа под спортивный стиль. Я еще не очень придумала, как я их буду носить, но я думаю, что в примерке я вам покажу. Пару идей у меня уже есть. Мне понравилось что? Мне понравились, во-первых, вот эти полоски прикольные. Они, ну, вроде потому что смотрятся и обычно, но в тот же самый момент как-то интересно. У меня рост высокий, поэтому мне не коротковато, но в вещах с AliExpress у меня так всегда. И не только с AliExpress. У меня, наверное, одни только есть джинсы, которые на меня на самом деле хорошо по длине, все остальные мне короткие. Поэтому здесь ничего удивительного, и я на это как-то нормально реагирую. Здесь есть карманы, что мне очень понравилось, потому что часто в таких брюках нет карманов, а мне вот именно в таких брюках очень нравится, когда есть карманы. Я вот смотрю, что немножечко какие-то ниточки торчат, это все нужно будет пообрезать. У меня это идет размер S. Здесь идет размер от S-ки до XL-ки, цвет один, и там, кстати, много различных отзывов, тоже можете перейти и почитать. Многие вещи, вот на самом деле вам говорю, выглядят в жизни еще намного лучше, чем на фотографии у магазина. Снизу тоже, смотрите, такие качественные, хорошие резины.
будет прикольно под какие-то кроссовочки весной, под курточку какую-нибудь коротенькую, спортивную. Не обязательно даже выходить, чтобы гулять с собакой или в магазин. Я думаю, что где-то на прогулку тоже будет очень хорошо. Качество отменное, очень приятный. Такой вот полиэстер это, наверное, по ощущениям. Сейчас я вот посмотрю, скажу вам, что это по составу. Да, это полиэстер спандекс. Очень приятный, такой плоткий, не очень тонкий. Следующую вещь, которую хочу вам показать, это вот такая вот блузочка. Эту блузочку я заказывала для своей мамы, она идет в размере L. Сейчас я посмотрю, там у продавца, я тут себе просто повыписывала. Там у продавца размер от S до L, и есть различные отзывы, цвет только один, очень мне понравилось. Вот смотрите, здесь вот так вот завязываются бантики. Она будет очень красиво смотреться под какую-нибудь синюю юбку-карандаш, будет красиво под джинсы смотреться, если ее заправить. Тоже с какой-то красивой яркой бижутерией, даже под красные какие-то серьги я вот вижу, что она будет выглядеть очень красиво. Единственное, что немножечко но тут, по судя по всему, так задумано, потому что на сайте это видно, когда заказываешь. И вообще, вот это, наверное, единственная вещь, которая немножечко просвечивается. Я думаю, что вы видите, что этикетка есть. Ну, просто надеваете то ли бежевое, то ли белое белье. Будет очень-очень прикольно смотреться. Она тоже была достаточно бюджетная. Можно много с чем ее сочетать. Я думаю, что моя мама будет с огромным удовольствием ее носить на работу. Она такая вроде и простая, но при этом все равно очень интересная. На этой блузке никаких ниток нигде вообще не торчало. Я здесь, ну, вот здесь вот вообще ничего не обрезала. Наверное, давайте покажу вам купальник. Я заказала купальник зимой и, к сожалению, не угадала с размером. Я, наверное, вам не объясню, но он очень интересно смотрится, как-то он так сзади завязывается. Там есть какие-то отзывы, я думаю, что можно перейти посмотреть, как он выглядит. Смотрите, чего я придумала. Я вам покажу, наверное, наверх на платье, потому что я сама не могла вспомнить, как он выглядит. В общем, вот так вот, вот так вот и сзади завязывается. У нас будет новая рубрика «Примерка». Лифчика. Ну, в общем, можно так завязать, можно завязать по-простому, сзади он тоже завязывается. Я вот сейчас вот просто сидела и не могла понять, как он завязывается, как он завязывается. Видите, мне он большой, потому что я наверх как бы на белье его надела, но он того, у кого будут параметры побольше, он очень красиво сядет. Очень интересно здесь сделано, и низ мне очень тоже понравился. Сейчас я сниму верх, покажу вам низ. Вот так вот это все выглядит в разобранном виде, он такой вот непонятный, когда вот мне пришел, мне надо вот было сейчас зайти к продавцу, посмотреть, как вот это все выглядит. Здесь вот чашечки есть внутри, и здесь очень хорошая, кстати, этикетка. Я вот впервые такое вижу, чтобы на этикетке было не бумага, а такой как будто бы силикон какой-то. Очень, знаете, прикольно, качественно. И, к сожалению, мне его придется куда-то деть, потому что мне не подошел размер именно низа. Верх мне подошел, верх мне неплохо. То есть, если у вас больше параметров, вам тоже будет хорошо, но если такие, как у меня, вам подойдет. А вот низ мне, к сожалению, большой и, так знаете, нормально большой. То есть, мне надо было бы взять размер S, я взяла размер M. Вот, допустим, с бельем я угадала, я взяла размер S. Я не, вот, не была уверена, что заказать, а с купальником, к сожалению, я прошляпилась. Купальники есть цвета зеленый и красный, размер от S до L. Отзывов тоже очень там много. Девушки показывают, как выглядят на них. Зеленый тоже очень красиво смотрится, но мне хотелось красный, и мне очень жалко, что он не подошел, потому что качество восхитительное. Купальники можно и зимой покупать, почему нет, где-то сходить в бассейн, где-то сходить в баню. Очень-очень-очень хорошее качество. Здесь вообще никакие ниточки не торчат, все очень хорошо сделано, все везде проклеено, то есть приходит замечательно, очень хорошо упаковано, упаковки вообще продавец не жалеет. Еще одну вещь, это свитер, который мне тоже не сильно подошел, то есть он хорошо смотрится, у него хорошая длина, единственное, но на мой рост все-таки рукав коротковат, у меня еще руки достаточно длинные, практически во всех вещах у меня рукава короткие, то есть и в куртках зимних, я в принципе к этому привыкла, у меня так всегда, я вам уже говорила, и вот в этом свитере, очень красивый свитер, очень, у меня его пришла уже подруга, сказала, что его заберет, она его вчера надела, на себя померила, и я вижу как. Какой он красивый, какой красивый глубокий цвет. Он тоже у продавца идет в единственном размере и в единственном цвете. И я бы с огромным удовольствием его носила. Посмотрите, большая редкость, когда свитер из Китая, вот такие вот прям плотные. Посмотрите, какая классная вязка, вот эти косы, очень хорошо все здесь как-то сделано. Здесь, по-моему, в составе тоже идет акрил. У этого свитера почему-то состава нету. Хотя я еще ничего не обрезала, я его здесь не нашла. Вот под джинсы с высокой талией, допустим, на зиму будет красиво, либо под такую юбку, как я вам до этого показала, черную, будет очень
очень красиво. Если вы до роста 170 сантиметров, я думаю, что этот свитер вам подойдет замечательно, потому что очень классный, приятный, он и теплый, пухленький, красивый, он будет красиво смотреться с юбочками какими-то, с джинсиками тоже, вот на самом деле. Последнюю вещь вам на сегодня уже покажу. Вот такие вот шорты. Вот такой вот расцветки прикольные. И я сейчас их буду зимой тоже носить под плотные колготы. Хотя всегда говорила, что шорты с колготами это не мое. Мне как-то не нравилось. Но вот эти так классно смотрятся. Вот с тем же предыдущим свитером, что я вам показывала. Я вам, может, примерки покажу. Как красиво. Очень качественные. Тоже здесь немножечко ниточки торчали. Тоже такой очень плотный материал. И она по составу вот, на самом деле такая, как вот юбка вот эта вот, что я вам показывала до этого. Здесь ремень идет вот таким вот образом, что он здесь затягивается. Очень удобно. То есть он регулируется, можно надевать без ремня, потому что сзади здесь идет такая вот резиночка. То есть шорты сделаны так, что они садятся очень хорошо еще и на тонкую талию. У меня огромная проблема, на мне ни одна вещь не садится красиво на мою талию. Когда они пришли, я думала, что они маленькие. Нет, мне сели идеально. Девочки, если у вас такая проблема, как у меня, вот посмотрите, вот они. Потому что сколько я шорт уже покупала, перемерила, ничего найти не могла. Там у продавца есть два цвета и размер от S-ки до XL-ки. Вот у меня это эсочка, и если смотреть вот с юбкой, то это эсочка, прям такая эсочка, настоящая юбка, все-таки намного побольше, но она подойдет на мои параметры, если вы заинтересовались и на параметры побольше. Летом тоже буду с огромным удовольствием их носить, вот представьте их летом с босоножками и с какой-нибудь светло-белой маечкой, тоже будет супер, вот на самом деле вещь демисезонная. Мне еще, кстати, понравилось, что здесь идет такая как асимметрия вот в этих шортах, здесь идет карман, а здесь идет карман-обманочка, как можете видеть. Буду благодарна, если вы мне напишите в комментариях, что, может, вам больше всего понравилось. Тогда я буду примерно понимать, что вам нравится и что мне заказывать на будущие мои обзоры для того, чтобы сделать видео еще больше для вас интересным. Не забывайте заглядывать в инфобокс. Ссылочки на часики, которые на мне, на платьюшко, как всегда, будут внизу. Там очень будет много полезных ссылочек. Поэтому смотрите, пожалуйста, внимательно. У меня всегда очень много комментариев потом под видео. А покажите то, покажите то. Все, на что можно, я всегда оставляю ссылки внизу. Поэтому очень надеюсь, что это видео было вам полезно и интересно. Я очень старалась сделать его максимально для вас информативным, показать все как можно ближе, показать то, как выглядит у продавца. Поэтому очень надеюсь, что я заслужила от вас лайк. Я благодарна буду за каждый ваш лайк, поэтому не пожалейте, пожалуйста, благодарите меня за это видео. Я всегда очень стараюсь найти что-то более-менее для вас интересное и рассказать максимально информативно. Поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Видео таких будет еще очень много. Также не забывайте, что у меня есть плейлист про AliExpress. Если вы любите конкретно покупки с AliExpress, не забывайте переходить посмотреть. Смотрите другие мои видео, которые я вам рекомендую. И увидимся в моих новых видео. Всем до скорой встречи. Всем пока!